Ассаламу алейкум, варахматуллахи, вабаракат. Салам всем, братья, всем ахтынцам, как? Всем духовную поддержку. Потому что можно тоже очень легко, конечно, заблудиться и восприять неправильно некоторые вещи. Но Кремль сердце резает. И обращенными к востоку в лицом, и угловые я на песке было начертано. Погреби Ава Зосима, здесь тело смиренной Марии. Как вот лодка, она плывет, два весла. Одно весло – это молитва, а другое весло – это труд. Вот самый большой колокол называется «Благовест». И он чаще в свое свободное время, они, находясь в этом месте, находясь... Иншаллах, вот, через Баку, через Азербайджан, через Иран. Ну, я пробую дальше. Алхамдулилля, милость Аллаха безгранична. По милости Всевышнего Аллаха Азза ва Джалла не только рядовые христиане, рядовые люди принимают ислам. Даже с нами сегодня брат Саид Мухаммад Владимир Владимирович, бывший священнослужитель, который 15 лет служил в церкви. Алхамдулилля, Всевышний Аллах наставил на путь истины посредством ислама, посредством да'ва, посредством красоты ислама, религии. Делайте да'ват, призывайте на пути Аллаха, и люди, иншаллах, придут к исламу. Кого Аллах наставляет на путь истины, того никто не сбивает. А если кого-то Аллах собьет, того никто не наставит на путь истины. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар.